Другим темам. Пресечена деятельность транснациональной преступной группы. Об этом сообщил глава МВД. А по словам Марата Ахмеджанова, это была совместная операция казахстанских и украинских силовиков. Точное число пострадавших до сих пор устанавливается, но предварительная сумма ущерба 18 миллиардов тенге. На территории Украины был ликвидирован подпольный цех, где в трехсменном режиме трудились более 40 операторов. Представляя сотрудниками банков и полиции нашей страны, интернет-мошенники обманным путем получали персональные данные граждан, что позволяло снимать их деньги с карточных и других счетов. Отмечу, в Казахстане из всех преступлений по статье «Мошенничество» 30% приходится именно на интернет-аферы. В этом году только в Карагандинской области официально выявлено более 1500 интернет-мошенничеств. Заблокированы были 5,5 миллионов телефонных звонков, которые должны были дойти до наших граждан с мошенническими предложениями. В настоящее время устанавливаются сообщники, которые находились на территории Казахстана, которые занимались дроперами. То есть дроперы – это те, через которые перечислялись им средства, потому что надо было оформлять на них эти счета, а потом он перечислял эти суммы дальше.